Вы смотрите обзор товара «Отрава для грызунов», ореховая, ЭФА 40 грамм. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Параметры: вес в упаковке, килограмм 0,4. Высота в упаковке, сантиметров 5. Длина в упаковке, сантиметров 1. Ширина в упаковке, сантиметров 10. Вес КГ, 0,4. Производитель Greenbelt. Страна изготовления — Россия. Условия эксплуатации: средства от грызунов. Описание товара: эффективно против крыс и мышей. Действующее вещество: антикоагулянт бромодиолон в концентрации 0,5%. Основа – пшеничная или овсяная крупа. Обладает высокой роденцицидной активностью в отношении крыс и домовых мышей. Представляет собой готовую к применению зерновую приманку красного цвета. Способ применения – вскрыть упаковку, разложить приманку порциями на листах из бумаги, картона или полиэтилена в местах, где замечены следы жизнедеятельности грызунов, из расчета 15-20 грамм для домовых мышей и полевок, 50-60 грамм для крыс. Приманку регулярно добавлять по мере ее поедания. Расклятку приманки продолжать до полного исчезновения грызунов. Гибель грызунов наступает на 4-12 день с момента поедания приманки. Мера предосторожности: все работы с приманкой производить в резиновых перчатках, по окончании тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Во время работы со средством не есть, не пить и не курить. При попадании в желудок немедленно вызвать рвоту, принять активированный уголь и обратиться к врачу. Погибших грызунов, остатки приманки необходимо уничтожить или закопать в землю вдали от источников водоснабжения, предварительно присыпав хлорной известью. Способ применения – вскрыть упаковку, разложить приманку порциями на листах из бумаги, картона или полиэтилена в местах, где замечены следы жизнедеятельности грызунов, из расчета 15-20 грамм для домовых мышей и полевок, 50-60 грамм для крыс. Приманку регулярно добавлять по мере ее поедания. Расклятку приманки продолжать до полного исчезновения грызунов. Гибель грызунов наступает на 4-12 день с момента поедания приманки. Мера предосторожности: все работы с приманкой производить в резиновых перчатках, по окончании тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Во время работы со средством не есть, не пить и не курить. При попадании в желудок немедленно вызвать рвоту, принять активированный уголь и обратиться к врачу. Погибших грызунов, остатки приманки необходимо уничтожить или закопать в землю вдали от источников водоснабжения, предварительно присыпав хлорной известью. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.